18 ноября в Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания перед боксерским шоу, главным событием которого станет бой между чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым с американцем Андре Уордом. Оба боксера показали на весах одинаковый вес – 175 фунтов. Поединок, который спортивные издания и фанаты называют боем года, пройдет вечером 19 ноября в Лас-Вегасе, утром 20 ноября по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал Хабар. В андеркарде данного вечера бокса выступит казахстанец Мейрим Нурсултанов, для которого это будет дебют в профессионалах. Противостоять Нурсултанову будет представитель США Генри Бекфорд. Бой состоится в рамках среднего веса. Нурсултанов оказался немного легче своего соперника. Его вес составил 159 фунтов, тогда как американец показал на весах 160 фунтов. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс посетят бой Ковалева и Уорда. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон не сомневается в победе россиянина Сергея Ковалева в бою против американца Андре Уорда. «Думаю, бой продлится пару раундов. Ковалев уничтожит Уорда. Он просто прирожденный убийца.